Очередной экспонат. Дверка работы умельцев. Выправили вроде и даже подкрасили. Цвет, конечно, совпадает. Просто идеально подходит. Вот. Но речь сейчас не об этом. Сейчас посмотрим, что выправлено, что нет. Хотя видно и так. Просто взяли, подкрасили кисточкой по ходу. Чего? И все. Ремонт окончен. Ладно, посмотрим, что в лампе увидим. Ну вот, видно. Несколько тычков. Вот. Ну и самое главное, конечно, дверь уже металл потянутый, но кое-что исправить можно, чтобы зона ремонта стала меньше. Откуда ж я знал? Я думал, что это, а не око. Думал он. Давай спи уже, мститель. То, что можно сделать крючочками, будем делать, а по-любому дверь, конечно, придется красить. Вот она еще здесь, вот ребро. Вот его видно. Вот. Видно в лампе, что для начала надо позабивать вот эти вот бугорки. Там разбить вот эту жесткость. Вот эту жесткость. И дальше вот он залом, вот он залом. Будем выправлять. Заодно и потренируемся. Чуть подпробили шишечки, вмятинки. Вот здесь. Чуть эту здесь. Основное сейчас вот эту надо. Вот этот вмятый момент надо поднимать. Это чем-то таким жестким металл подтянуло. На самом деле тут очень плавный кантик, а здесь вот чуть выше него такая вмятина подтянутая. Вот ее и сейчас надо начать поднимать. Сначала стерли вот эти художества, теперь надо попытаться полирнуть вот это дело слегка. Если получится. Лак, на удивление, очень жесткий. Вот так получше стало. След прям виден, как процарапала по лапу. Ну ничего страшного. Начинаем потихонечку. Обезжириваем и правим. Здесь как раз и появилось преимущество мини-лифтера, что у него лапки вот так болтаются. Вот. Здесь как бы впадинка. Вот берем и потихоньку поднимаем, отстреливаем. Перетягивать не будем. Вот. Лучше потихоньку. Вот видно, что худо-бедно поднимается. Не все то, что надо, но и сам потянутый рубец приподнимается тоже. Вот. Поднялось и то, что надо поднять, и то, что не надо. Значит, вот эти шишки. Все лишнее надо позабирать.
бугорки мы пробили. Вмятина стала по глубине поменьше. Но все равно еще она присутствует. Я не церемонюсь сейчас. Пробиваю все это вот так молоточком. Таким. Почему? Потому что по-любому дверь под покраску, под шпаклевку. Времени мало. И смысла как бы сделать эту дверь я не сделаю без покраски. С таким повреждением. Поэтому одновременно можно и потренироваться. И дверь делается. Еще пройдемся клеевой разик. Здесь металл, конечно, сильно перетянутый. Надо опять пробиваться будет. Но в принципе по шпаклевке уже как бы это все можно снивелировать. Вот я наложу накладку на дверь на свое место. В принципе, тут уже такого страшного ничего нету. И шпаклевки будет минимум. Сейчас лишнее попробиваю и можно шпаклеваться. В этом месте. Еще вот эту вмятинку надо подобрать. Продолжаем. Вот. Зазор тут минимальный. Еще сейчас пробью чуть по минимуму. Все как бы нормально. Немножко еще пробить. Здесь чуть крючком подлезть, поднять. Здесь и здесь. И в принципе можно под шпаклевку. Вот такой вариант. И теперь заняться вот этой вмятиной.